Хотели обсудить тему капитального ремонта домов, но передумали и говорили о сносе киосков в городе. Сегодня депутаты ЗАГС Собрания провели заседание за полчаса, хотя в повестке дня было 5 вопросов. Среди них основной — про капремонт. Депутаты планировали обсудить свое обращение к председателю Госдумы Сергею Нарышкину и Дмитрию Медведеву. Напомним, народные избранники вышли с инициативы отменить сборы и обратились с этим вопросом к федеральным властям. Но докладчик по этой теме сегодня на заседание комитета не пришел. Этим воспользовался депутат Турула. Он напомнил коллегам о главной, по его мнению, теме сносе киосков. Попытки демонтировать торговые павильоны продолжаются до сих пор. И сегодня в 4 часа утра произошел очередной случай. Я вообще в шоке. При этом полиция составляет на основе моего заявления приостановку всех действий до окончания проверки. Сегодня ночью, как фашисты, приезжают и начинают без предупреждения. Женщина там одна находится, на нее наступают и начинают демонтаж объекта. Я не знаю, как это все расценивать, но, на мой взгляд, это есть правовой беспредел. Чистейший правовой беспредел.